В этот раз мы снова возвращаемся к дорожной теме. У нас для вас сразу две новости. Начать придется с не очень приятного момента, а именно с рассказа об открытом люке на проезжей части улицы Талсинской, которая теперь не сказать, что радует местных автомобилистов. Уже несколько дней подряд это препятствие на дороге тормозит процесс проезда, а также создает риск аварии. Хотелось бы, чтобы данную проблему решили как можно оперативнее. А теперь к хорошим новостям. На Пролетарском проспекте со стороны магазина «Вкусвилл» совсем скоро появится дополнительный пешеходный переход. Он будет пересекать главную магистраль города и давать возможность пешеходам быстрее перейти на противоположную сторону.